Владислав Александрович, ну вообще для чего проводятся такие международные выставки? Самое важное вот в деле развития парков – это обмен опыта. Нужно понимать, как развиваются другие регионы или даже страны, для того, чтобы самые новые идеи, тенденции попытаться уловить и, ну, позаимствовать для того, чтобы применить на практике здесь у нас в регионе. Потому что мы, с одной стороны, говорим, что парк «Изумрудный» – это площадка для отработки передовых технологий. Но эти передовые технологии мы берем как раз у передовых регионов и стран в плане развития общественных пространств. Сегодня, вот я не устаю об этом повторять, что в мире идет настоящая парковая революция. То есть идет масштабное преобразование общественных пространств. Сегодня это превращается в важнейшую фактор развития городов, их конкурентоспособность. Чем больше у тебя хороших, благоустроенных пространств, тем охотнее там у тебя живут люди, тем охотнее туда приходят инвестиции и тем больше приезжают туристов. Поэтому сегодня даже такие страны, казалось бы, да, то есть там Сирия, Иран, на самом деле очень интересные были у них выступления, они показывали видеоматериалы, там есть на что посмотреть. Вот так же вы мне уже говорили о том, что мы, может быть, немножечко отстаем, может быть, уже лет на 10 от каких-то, ну, крупных городов России, вот увидели вот этот вот отрыв? Ну, вы знаете, вот в 2019 году я увидел большой отрыв нашего региона от передовых территорий нашей страны. Но вот за минувшие 3,5 года мы действительно вот преодолели очень многое. Мы вышли на новые рубежи, это очень хорошее достижение, я считаю, команды, которая управляет регионом. И действительно, ну, качественно новые шаги были предприняты. В то же время всегда есть чему поучиться, да, и те регионы, которые были локомотивами там 3,5-4 года назад, они сегодня продолжают идти развиваться дальше, поэтому мы их в какой-то степени нагнали, но они идут вперед, поэтому нам нужно сейчас посмотреть, что же там делается, для того, чтобы тоже постараться не отстать от них. Ну, а какие сейчас вообще тенденции? Что бы вы вообще могли из вот этой вот выставки для себя подчерпнуть? Что, может быть, вас вдохновило? Что мы сможем увидеть в «Изумрудном»? Ну, я бы даже не только об «Изумрудном» говорил, а в целом надо говорить об общественных пространствах региона, потому что вот есть такие тренды, которые, ну, нужно на них обратить внимание. Первое, что я для себя увидел, это уже устойчивая тенденция к централизации управления парками. То есть создаются департаменты специализированные, которые занимаются управлением парком. Потому что уже уходят от той тенденции, когда там условный горзеленхоз, который обслуживает зеленые пространства обычные, там бульвары, аллеи, газоны какие-то, цветники в городе, которые, ну, управляют, точнее не управляют, обслуживает парки, содержит парки. Сегодня идет разделение таких функций, потому что парк – это более сложная структура. Здесь не только нужно заниматься текущим содержанием, убирать мусор, стричь там траву, там, убирать поросль там, или обрезать аварийные ветки. Это гораздо более серьезная вещь. То есть здесь нужно организовывать какие-то события, здесь нужно взаимодействовать с общественностью. Вторая тенденция, очень интересная, связана с тем, что регионы ищут возможности решения такой извечной проблемы парка в том, что они оказываются в фокусе или в зоне ответственности разных ведомств. То есть мы, не секрет, что это и Минстрой, да, это и Министерство культуры, это и Министерство природных отношений, да, то есть и какие-нибудь еще структуры, да, там частично там управление по предпринимательству, управление по туризму, Минспорта. И у каждого есть, ну, скажем так, свой интерес к паркам. И в то же время зачастую оказывается, что нужно как-то координировать вот этих интересантов, да, для того, чтобы сообща развивать парки, и в этом плане ищут разные подходы. Ну, условно, нужно им развить какую-то парковую территорию, да, они параллельно смотрят, какие программы есть по линии ЖКХ, по модернизации там сетей, да, для того, чтобы сделать сначала эти сети, чтобы потом, сделав парк, не перекапывать его, да. Третья тенденция очень интересная, она связана с, ну, скажем так, новыми подходами в проектировании парков, потому что сегодня мы видим уже устоявшуюся тенденцию от общественного проектирования. Вот то, что мы на «Изумрудном» отработали, для других регионов это совершенно нормальная вещь. То есть ни один сегодня нормальный проект не разрабатывается без того, чтобы привлечь людей на разных этапах, на этапе отсуждения концепции, на этапе
обсуждение уже эскизного проекта, на этапе работ. То есть все это идет тесное взаимодействие с людьми, которые в конечном счете являются главными пользователями. Это позволяет снять какие-то острые проблемы, да, принять тот проект, который реально нужен людям. Есть еще интересные тренды, но они больше касаются уже не только общественных пространств, а более широких вещей, потому что сегодня мы видим, ну, скажем так, уже новый шаг у передовых городов в развитии озелененных пространств. То есть сегодня уже речь идет не о том, чтобы точечно какие-то парки либо общественные территории реконструировать. Уже сегодня все больше и больше городов говорит о создании зеленого каркаса города. То есть уже смотрят, как связать ядра, а парки являются ядрами такого каркаса, связать это определенными коридорами зелеными, да, и на это делается упор. И более того, сегодня уже старается продлить эти коридоры за город, то есть сделать выход за город, то есть для того, чтобы человек мог, и не только человек, кстати, и там животные, да, могли, скажем так, по этим зеленым коридорам двигаться внутрь города, из города, и, соответственно, допустим, очень хорошие подходы с созданием экотроп, который выходит прямо из города. То есть и ты можешь там, начиная там от центра города, идти по зеленым пространствам и дальше выходить экотропа, и она может идти там километров на 100. Я думаю, что у нас есть все условия для того, чтобы выйти на, скажем так, новый этап парковой революции. Она уже началась в нашем регионе, ну вот теперь можно сделать следующие шаги, и это было бы правильно.